Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, у нас ежедневные испытания. Я смотрю, ребята, ведьма разыгрывается. Так, это неплохо, но зайдем в тренировку для начала. Так, забираем все наши отрядики. Отлично. Вау. Вау, смотри, ребята. Ха-ха, неужели мы дождались этого? Да, ребята? Молотильщик у нас получает последнюю, пятую звезду. То есть это самый лучший апгрейд. И вот такой он у нас становится. Но это круто. Долго мы к этому шли, наконец-то молотильщик стал у нас элитным персонажем. Замечательно просто-напросто. Все. Смотрите, сзади такие две выхлопные трубы. Что-то там подгазовывает. Ну что? Так, в магазин забежим, давай посмотрим. Так, бесплатно дают нам карточку на радиоактивного зомби. Радиозомби. Так, и теперь давай, наверное, начнем с ежедневного, ребята, испытания. Так, посмотрим, кого нам в отряд дадут. Ага. Значит, судя по всему, мы здесь, ребят, с вами должны затащить эту каточку. И вообще всю каточку полностью. Все три попытки должны быть у нас на ура. Так, берем ведьму. Ведьма, как вы понимаете, ребята, у меня не прапана до пятой звезды. Поэтому ради этого я только иду, чтобы получить те самые заветные карточки, для того, чтобы ее поднять по рангу. Так, но не стоит забывать, ребята, здесь у нас есть прыгунок. И он наверняка сейчас будет выходить первым. Поэтому будем ждать нашего... Опа! Ну-ка, Ронин, разберись-ка с этим олухом. Так дело не пойдет, на самом деле. На. Ну, это понятно, ребята. Слушай, сейчас главное, чтобы не вышел прыгун. А он вышел! Хорошо, мы его будем вот здесь уже поджидать с вами. Смотри, что делает, а? Ах ты! Ну... Забомбили его. Ладно, ребята, пускай будет это все дело так. На самом деле ничего страшного в этом нету, потому что даже если мы получим с вами урон по замку, для нас это не критично. А вот для него это очень критично, когда я применяю ульту. И что же получается? Получается, что мы ему забомбили, ребята, базу. И мы с вами получаем 23 карточки на нашу дорогую ведьму. Да, ребята? Да еще и квест завершили, охотник за сокровищами. Так, погоди-ка, соберем свой отряд. Хорошо, ладно, давайте еще, ребята, сделаем быстренько. По фасту мы с вами сейчас отыграем, я думаю, да, потому что тут уже все понятно, никаких проблем не будет. Главное вовремя вызывать нам нужных персонажей. Так, давай, тут даже и баллиста, в принципе, нам не нужна на самом деле, потому что до нее очередь не дойдет, судя по всему. Так, ускорение, кто там у нас первый-то выходит? Радиозомби, да? Радиозомби, ладно, хорошо. С радиозомби у нас с вами разговор короткий. Это у нас, естественно, Ронин. После всего этого у нас вызывается... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, я поспешил. Маленечко я поспешил. Зачем я так сделал? Да, чутка переборщил, конечно. Зачем я хотел, блин, я хотел магию поднять на самом деле. Так, иди отсюда. Блин, взял 5000, слил. Зачем, ребят? Я просто хотел, там магия летела. Я хотел ее подобрать, а получилось, что я активировал значок ускорения. А он 5000 все-таки стоит. Голды. Вроде бы мало, но неприятно на самом деле. Так, ну что, давай дальше. Ту же самую, ребят, компанию возьмем. Так, Ронин, Рыцарь Маг, Джаггернаут и... Слушай, давай возьмем мы ведьму. Я не буду брать здесь баллисту. А возьмем... Да кого тут можно взять, ребят? Я даже не знаю. БФГ, она пока нам не нужна. Давай молотильщика возьмем. Если он вырвется, ребят, вперед. Вырвется вперед, я имею в виду к базе. Он ее должен быстренько, быстренько просто расчекрыжить. Да и к тому же он дешевле стоит, ребята. Можно даже вот против радиозомби вызывать именно молотильщика. Он его также быстро расчекрыжит. Конечно, погибнет, но... Видите, он еще пилу выпустил за собой. Ладно, хорошо. Ну, где там этот? Так, по фасту, ребята, у нас все здесь должно быть. Давай, 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 иди сюда. Оп, тебе не повезло, парень, что ты просто без ярости. Сейчас будет массовый бум, ребят. Да. Ну, ну и что, что он нанес повреждение, ребят, это ничего страшного. Опа! А вот, ребята, у него ведьма-то как раз прокачанная. В отличие от меня. Так, секунду, секунду, оу-оу-оу-оу-оу! Да ладно, серьезно, что ли? Так, подожди, ребят, никакого фаста не должно быть. Тут что-то уж больно рьяно как-то началось все. Так, смотри, что делает этот, а?
служитель тьмы. Он, ребята, делает захил. Так. Не получилось, к сожалению. Можно, конечно, врубить, ребята, ускорение. Погоди-ка секунду. Что за бред? Почему неудачно все у нас получается? Так, Ронин. Радион зомби. Ах ты! Неужели пробьют нас? Вау, ребята, вот это фейл. Вот это фейл, да? Только стоило ему вызвать ведьму, и я слился, к сожалению, да, ребята? Две удачных попытки. Блин, черт подери. Вот об этом я всегда и говорил, что игра непредсказуемая. Вроде бы все идет элементарно, и на тебе нас подкосили. Меня просто уничтожили. Ладно, ребята, все, что я хотел, в принципе, я добыл. Переходим на основную сюжетку. Так, мы с вами остановились на фабрике роботов. И давайте смотреть, что у нас здесь. Так, молотильщик, хилбот. Мы с вами, по-моему, не смогли. Или у нас не хватило энергии, да, здесь противостоять. Давай возьмем наш имбовый отряд и попробуем уже играть им. Вот паук меня, конечно, здесь бесит. Но попробуем как-то противостоять этому гаденышу. Так, у нас есть... У нас... Так, подожди секунду, ребят. Давайте, наверное, мы начнем с чумной мыши. Пускай она немножко его здесь поколбасит. Этот будет тратить свой хил. По идее, так должно быть. Если он... А он как бы успевает, ребята, даже отхиляться. Смотрите. Но не тут-то было. Мы его забомбим. Отлично. Давай ульту применим. Ускорение. Вау. Отлично, ребят, хорошо идем. А, я, смотрите, заметил, у него нету юнитов, которые могут моих воздушных целей подбивать. Фе! Ну тогда что тут можно говорить, ребят? Тогда все, пиши пропало, дорогой ты наш роботек. Мы тебя сейчас тут разберем моментально. Так, можно ускоряться. Можно, ребята, тут ускоряться возле замка. Еще и ураганчику в помощь, как говорится, нам прилетел. В общем, изи. Изи катка это была. Ребят, последний уровень. Оу, йо-йо-йо-йо. Термин 9000. Что будем тут делать? Так, друидку взять, что ли? Не знаю, какой отряд нам лучше здесь подойдет-то, а? Или вот этот взять? Фух, я даже не знаю, ребят. Давайте, наверное, попробуем для начала нашим имбовым отрядом, да, сходить. Если не получится, скорее всего, придется нам брать друидку. Ну, я, конечно же, надеюсь на лучшее, что мы здесь сможем одолеть. Тут у него тоже и молотильщики, и хилы. А вы знаете, что такое, когда хил стоит сзади термина 9000 и начинает его чекрыжить, точнее хилять. Фиг пробьешь, как говорится. Поэтому ладно, ребят. Нам нужно в первую очередь как можно быстрее накопить на ведьму, чтобы ее призвать изначально. Чтобы она уже начинала тут, как говорится, свои злодеяния. Минусанули, отлично. Так, Джаггер, ребята, Джаггер идет. Тоже еще тот ферзь. Да, ребят, сейчас он достанет. Вот еще и хилбот сзади стоит. Хиляет. Еще и Ронин мой нифига не хочет, ребят, выходить нормально. Так, ульту я пока придержу все-таки. Я ее пока, ребят, придержу. Она нам пригодится. Так, ну. Ну что за дела-то? Так, он упал. Он упал. Давай, 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 дорогие мои, бомбим. Слушай, ну... Мы справляемся, даже несмотря на то, что два хилбота там, ребята, хиляет. В минус. А вот, ребята, и ферзь появился. Поехала ульта. Ульта, говорю, ульта. Да, ну, конечно. Ну, конечно, ребят, ну, кто бы мог сомневаться. Ёпрасоте, блин. Ведьма, ударь еще разок. Есть, он упал. Все, он остался просто без защиты. И в этот момент мы, ребят, воспользовались случаем его забомбить. Так, 58 секунд, слушай, я думаю, что мы должны, в принципе, с ним справиться. Вам не кажется, что громко, нет? Я даже что-то своего голоса не слышу, когда говорю. Может быть, надо чутка потише сделать? Так, ну давай, 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 давай. Все, ребятушки, мы уже у базы. 42 секунды, нам нужно быстрее все это дело сделать, чтобы он не призвал еще раз ведьму, а он ведь может, на самом деле. И последний удар. Да, ребята, мы с вами здесь справились. Отлично. Так, забираем сундук и смотрим, ребят, что нам здесь выпадет. И нам выпадает... Ага. Ну, фигня на самом деле. Мне не особо нравится. Так, а что у нас получается, ребят? Еще три территории, да?
Сейчас в данный момент на территории нежити. Так, ребят, сделал немножко потише громкость и давайте уже приступать. Ага, здесь у нас зомби и радиоактивный зомби. Слушай, я думаю, что вот этот отряд у нас должен в принципе справиться. Да-да, наш четвертый отряд. С тигром, с ниндзей, все дела. Ниндзя, так, вся надежда на... Погоди-ка. Интересно, она справится вот с этим зомби? Воу-воу-воу-воу-воу. Да ладно, нет. Нет, ребята, она не справилась. Чё? Понятно, фейл. Сразу же слет, ребята, мы получили фейл. Бред. Ну, бред, серьезно вам говорю. Да ладно, тут уже надо по-быстрому, ребят, проходить, потому что, ну, смысл играть уже я не вижу. Давай тоже вызовем радиоактивного зомби в конце-то концов. О, ниндзя стоит и шпарит. Вот когда она прикрыта, это, ребята, хорошо. Когда именно ниндзя прикрыта каким-то танком, это изи. Но стоит им подойти чуть ближе, да, к нам, все, начинается расколбас полнейший. Ладно, мы победили замок, но переигрывать однозначно будем. В принципе, ничего сложного не было. Если бы зомбарь этот не прорвался к нам, очень близко не подошел. Ладно, давай возьмем этот отряд, фиг с ним. Погоди-ка, этот отряд, я взял этот отряд, зачем? Ну, если только сыграть за счет... Давай попробуем, ребята. Он должен выстоять, в принципе, против этих зомбарей. Ну, а дальше нам нужно как-то успевать призвать Джаггернаута. Потому что идет вот этот охламон. Естественно, он будет взрываться. Я не успею, да чтоб тебе... Опять? Нет, ребят, все отлично, тут получилось. Смотрите, даже взрыв радиоактивного зомби не помешал моему голему дальше продолжать бой. Ну, буквально там на один разок, ну, успел. Так, а теперь все, теперь давайте, наверное, призывать... Да, баллисту. Баллиста здесь самое то, что нужно. Будет контрить этого самого зомби, который там ходит у нас. Давай вот так вот сделаем. Оп, нормуль. И теперь можно, знаете, что сделать, ребят? Теперь можно даже призвать грифу. Подожди, а как ты тут оказался-то, эй? Откуда-то тут гробик появился, и он вылез. Странно немножко это для меня лично показалось. Так, дай карточку сюда. Ребят, я хочу, вот, грифон вышел, все. Грифона, естественно, можно подбить взрывом. Если радиоактивный зомби взорвется где-то возле нас или под нами, да, то все, грифон у меня сольется. Так что об этом тоже не стоит забывать. Но баллиста и грифон должны, в принципе, быстренько их расчекрыживать. Ладно, да что такое, у меня, ребята, ни один танк не выдерживает, прикинь. Даже несмотря на то, что мы их прикрываем дальнобойными стрелками. Просто есть, отлично. Вот так надо. Ну что, ребята, мы идем с вами на второй этапчик и посмотрим, кто здесь прибавляется. Здесь когтистый у нас выходит. Они все, конечно, ребята, по 5 звезд имеют. То есть фулочка, по-другому не назвать. И я думаю, что можно вот этот вот отряд попробовать вывести на поле боя. Я думаю, что это будет круто. Ладно. Давай, значит, у него здесь есть зомби, да, когтистый, радиоактивный, конечно же, зомби. Ну, а у нас-то есть кто? А у нас, ребята, конечно же, есть наш дорогой щитобот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, секунду, подожди. Давай, ребят, наверное, паладина тут будем вызывать уже. Хотя, погоди-ка секунду. Сейчас он наплодит-то тут армию, скорее всего, зомбарей или нет? По идее, он должен наплодить ее. Да иди ты, еще этот радиоактивный зомбарь идет. Сейчас будет взрыв, ребят, на макаронной фабрике. Отлично получилось, все круто. Так, паладин еще у меня, конечно, немножко покоцанный. Идет там, ковыляет еле-еле. Но идет самое главное, что. Так, давай еще паладиныча призовем. Ой-ой-ой, сейчас бумкнет и всадник на журавле, да, отдуплился. Слушай, хороший, ребята, напор вражеский на нас идет. И нам, по-моему, надо, знаете, что сделать. Ох ты, молотильщик, ты крут. Ты просто порвал этого когтистого. Сам устоял и его порвал, нормуль. Вот это вот бесит меня, радиоактивный зомби со своей массовой, ребята, атакой, конечно же. Поэтому я сейчас попробую призвать друидку. Ну, друидка, давай, уже идет этот охламон, рядом уже почти. Так, щитобот. И давай вот уже, наверное, ребята, вызывать наших критовиков. Шикарно. Ну вот, совсем другой разговор, ребят, пошел. Когда тотемка ставит свои... Когда друидка ставит свои тотемы, все идет как надо. Видите, и отхил, и все, что хотите. Все для нас, ребят, все для нас, ради нас. Так что все тип-топчик. Ну вот, совсем другой расклад. Мы даже вообще, ребят, проходим, не поморщившись. Просто расписываем всех. Плюс отхил.
моя армия, естественно. Здоровье все полностью восстановила. И тут уже даже тотем стоит возле замка, ребят, который наносит урон. Изи? Я думаю, что это изи. Да ладно тебе, хорош там выеживаться. Сопротивляется еще что-то. Все, ребята, мы переходим с вами на третий этап. Здесь банши, ребята. Здесь открывается противная банши. Я думаю, все равно друидка должна здесь затащить. Ну, кто такая банша, да? Она кричит во весь голос, но у нас есть молотильщик, который с определенной возможностью может при смерти выпустить свою пилу. Ну, вот этих вот ханориков нужно сразу. Ребята, вот, а он, вот кажется, да, зомби-салабон, да? Но он, на самом деле он же заражает нашу, как говорится, цель, да, нашего юнита. И если юнит наш погибает, то с определенной вероятностью он может превратиться в такого же зомби. Вот так. И таким макаром, ребята, может плодиться армия упырей. Так, отлично. Смотрите, вот, ребята, как мы с вами повысили молотильщика по звездности. Он уже стал держать удар. Он не стал, ребята, ватным. Он мало того, что он уничтожает противника, да? Он еще и держится довольно-таки на ногах крепенько. Так что это большой для нас плюсик. Так, банши хорош орать. Видите, да, что делает молотильщик? Просто по красоте, ребят, расписывает. Так, я думаю, здесь паладин все эти справится. Сразу троих наплодил, а? Упырь. Так что вот этот зомби, в принципе, для спама, я считаю, что это выгодно его брать. Ну, для начала, конечно же, нужно его прокачать на 5 звезд, чтобы он хоть что-то себя представлял. Чтобы он действительно срабатывал, у него этот суперудар на превращение юнитов в зомби. Да, оралась банши все-таки, да? Я вам говорил, что молотильщик, если будет выпускать пилу, то все, это фиаско полное для противника. Так, зомби, отвали. Парасете, что тут происходит? У него там радиозомби, да, взорвался? Понятно. Поэтому и урон такой наносил. А вот стан массовый от банши, конечно, это не айсово для нас. Смели мы ее. Да господи, мы пробьем или нет? 47 секунд, что за дела-то, парасете? Остался тут разок дунуть на замок, и все, он рассыпется. Но нет, нет, этого не бывает, потому что выходит всякая шалупень. Господи, неужели... Блин! Никак что-то у нас, ребят, не получается. 30 секунд, ядрить тебя на корень, это что за дела? Молотильщик все-таки довомил замок. Фух! Ну, напряженно было, очень напряженно. Четвертый, ребята, уровень. Так, вот здесь вот еще не хватало мне прыгуна. Нет, здесь, ребята, имба, только имба. Никого другого не будем брать. Потому что, ну, прыгун — это опасная вещь. Особенно, когда он делает ярость свою, вот эту вот психоз, когда он перепрыгивает, да, через моего юнита и бежит в ярости. Это, конечно, не айс. Так, погнали, Ронин. Малорик. Так, ну тут понятно, он перепрыгивает. Вот. Черт бы тебя побрал, а. Ну почему, ребята, у него срабатывает, а? Ну почему у него все это срабатывает в нужный момент, в нужной пропорции, все как полагается. Блин, фаст, конечно же, что тут делать, ребят. Все, попробуем по фасту все это дело замутить. Да хорош ты уже, успокойся, прыгун. Что-то там вообще какой-то, ребята, жесткий расколбас идет на самом деле. Посмотри. Опять прыгунок, да? Мы забомбили, но это ничего не решает. Это ничего не решает, кроме одного, ребята, что мы с вами просто так сфейлили попытку. Я не согласен на такое, и я буду переигрывать. Давай, поехали. Блин. Во всем виноват прыгун был здесь в данный момент. Да и я сам лопухнулся, надо было немножко по-другому сделать. Зачем я вызвал рыцаря-мага, зная прекрасно, что здесь есть прыгун. Вот, смотрите. А, я опять ту же самую ошибку делаю. Господи, да что такое-то? Я же забыл, что он выходит первым. Да ядрить тебе на корень. Да какого же лешего ты, Рэй, ё-моё. Ну, два раза в лужу в эту вступить. Господи, а. Я офигею сам себе, ребят. Я просто офигею сам себе. Надо же было такой чудануть-то, а. Вторая попытка, просто фейл и все. Так, прыгун, вали, а. На, не вышло, ни шиша. Вот он так вот, ребята, и будет нас добивать этот прыгун. Постоянно его надо контролировать. Ох. Ну давай, нет, давайте, знаете, что сделаем? Здесь оставим все-таки, а вот, ребят, вот здесь попробуем. Щитобот, он должен выдерживать, ребята, атаку. Атаку этого прыгуна. А причем мы сзади будем выставлять сразу же нашего молотильщика. Так что ждем. Ну давай, выходи, где ты, олух? Я жду. Ребят, что за дела? Вот он, вышел.
Вот он вышел. Будем его вот здесь поджидать. Давай, 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 давай. Прыжок. Хоп. Ага, а здесь он, видите ли, ребята, прыгнул уже без истерики. Вот чепушило-то где, а. Так, давай, давай, взрыв, 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 взрыв. Ать, хорошо, отлично. Отлично, ребята, все получилось. Так, ждем следующего прыгуна. Я ведь знаю, что он будет. Я ведь знаю, что он будет. Вот он идет. Вот он, ребята, прыгает. Опять же, без истерики. Почему-то в этом отряде у него... С этим отрядом у него не идет истерика. Он, видите, на расслабоне. Видимо, уверенный в себе чувачок. Заморозка — это то, что нужно для нас. Давай еще одного молотильщика. Ну, армию, ребята, лучше приберечь. Потому что вот, почему. Потому что прыгун идет здесь. Опять же, спокойненько, ребята, он себе вышел. Не знаю, что случилось, что на него так повлияло. Но он, как видите, не психует. Я... Опа! Откуда такая армия? Откуда такая армия зомбариков? Скажи-ка мне, на милость. А? И прыгун. Блин, а почему, ребят? Я не понял. Почему-то не сработала сейчас в данный момент урагашка на него. Она даже его ничего не сделала, не сдула. Так, что у нас там? А, так мы можем, ребята, играть хоть до посинения. Пофиг нам на время. У нас главное, ребят, не получить урон по замку. Фе, ну все тогда. Тогда его песенка, ребята, спета. Так, прыгунок. Эй, прыгун. Хорош, 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 хорош. Сейчас, ребята, расчекрыжит он мне, да? Или не сможет? Нет, не успел. И это хорошо, что он не успел. Я думал сейчас... Или успел? Блин, ребята, он успел. Друидки нету на поле боя. Она готова, она отдыхает. Да, нежданчик для меня какой-то, если честно. Опять ты достал, вот серьезно говорю. Ну, разбомбим мы сегодня базу или будем так сопли на кулак наматывать? Все, отлично, ребятулечки. Мы здесь с вами справились. Заключительный этапчик. Здесь жнец. Жнец. Жнец — это плохо, на самом деле. Может быть, нам тоже вызвать жнеца? Как думаете, а? Блин, тут у него прыгун, радиоактивный зомби. Я даже не знаю. Я даже и не знаю, что нам здесь делать. Давай попробуем все-таки ведьмой сыграть. Попробуем ведьмой. На самом деле, здесь лучше брать вот эту вот команду из-за того, что вот, ребята, база у нас ультовая. То есть она будет подбивать вонных зомбиков. Ну, и если хватит запала, конечно же, мы можем еще и уничтожить самого жнеца, если прокатит. А если еще и красный луч, как нам в последнее время фартит, это вообще будет удача. Ну, шанс, конечно же, маленький. Так, пока идет все хорошо, ребята, разборка по полной программе. Я хочу сейчас, конечно же, призвать ведьму. С ведьмой наплодим, ребят, с вами армию и... Наверное, все будет тип-топ. Смотрите, я вот призвал ведьму, да? Вот сейчас секунды на секунду наверняка у него тоже тут кто-нибудь выйдет. Так, Ронин. Сейчас будет прыжок. Но не тут-то было, ребята. Не тут-то было, прыгунок ты наш, родной. Захотел он. Наш зомби, конечно же, здесь проигрывает схватки в неравной. Так, ураганчик, ребята, у нас. Летит, летит, летит. Ать! Давай-ка вот так вот сделаем. Оп, немножко застанем. Теперь ульту. И все, изи. Ребята, сработало просто идеально. Но опять же вам скажу, благодаря ураганчику. Не будь этого урагана, жнец бы в стан не встал. Естественно, начал бы плодить армию. А он это может. Ну а тут уже, конечно, тут уже без вариантов. Все, полностью расписали. Нормуль. Мне нравится, как вот эта вот катка у нас была сыграна. Идеально, можно так назвать. Так, вскрываем с вами сундучок нежити и смотрим. Оу, неплохо. 10 карточек на тыквоголового, 10 карточек на деда и 11 карточек на нашу базу. Ну что же, ребята, это у нас получается предпоследний, да? Предпоследний. Нам нужно пройти захватчиков и еще подданных. Ну, энергии вроде бы пока хватает. А, здесь нет уже. Так, здесь у нас пришелец и жаба с молотом. Слушай, я думаю, что, наверное, даже вот этот отрядик у меня здесь справится. Будем на это надеяться. Значит, пришелец и чувак с молотом. Радиоактивный зомби нам в помощь, наверное. Хотя вряд ли. Ну где этот охламон? Летунок, я ведь знаю, что он сейчас будет его призывать. Призывай. Странно. Давай тогда так начнем. Сейчас полетит, вот сейчас он полетит. Вот, 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 ребята. Вот. Вот он летит. Вот он летит, вот у меня выходит тигр на расколбаску. Я вызову еще, ребята, мечник одного. Вау, отлично. Так, давай ниндзя призываем и сделаем вот так вот, ребят, с вами.
чем плохая, ребята, вот эта вот ульта? Что она не наносит урона воздушным целям. То есть она наземные захватывает, да, опутывает корнями. И все. Больше она ничего не может сделать. А вот луч, да, база вот эта вот, пришельцев, она бомбит и наземные, и воздушные цели. Ну, то есть имбовая, короче, так скажем, ульта. Отлично, первый раунд пройден. Переходим на второй, и здесь у нас открывается, ребята, воблер. Воблер, да, тоже такой же хитрый жук, который выпускает свои тесаки, и они наносят массовый урон. По всей, ребята, дистанции наносят урон. То есть вот в этом у него имба. Так, здесь у него пришелец есть? Есть. Есть у него пришелец. Он думает, что я клюну на это. Не тут-то было. Так, ну что, выходит у нас, ребята, охламон. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Да, я думаю, и вот так. Вау. Погоди-ка секунду, погоди-ка. Давай, наверное, мы корешки запустим, да? А теперь вот так сделаем с вами. Так, нам нужно... Да ёлки-палки. Радио-зомби, давай, радиоактивный зомби. Где ты там у меня? Да ладно, хорош, что, серьезно что ли? Летит партизан, а? Летит, ребята, партизан. Взорвись там нафиг, ядрени фени. Вау, нормуль, хорошо прокатило. Так, а что, у меня уже 500 маны. А что я жду у моря погоды, я не понимаю. Давай так вот сделаем. Все отлично. Так, пошел у нас тигр на разборку. Погоди-ка, что там? А, он не успел, он хотел, ребята, приворожить нашего юнита, да, которого похитил. Но ниндзя его разобрали, и это классно. Так, воблер, успокойся. Не надо тут нервировать мулю. Так, чё? Ага, рыцаря похитил. До свидули. Так, ребята, и бомбим, добиваем базу. Шик и блеск. Отличненько, по красоте. Так, и переходим с вами на третий этапчик. На третьем этапе, ребята, слизень. Слизень, морпех и... Хотя, знаете что, я... Нет. Или да. Ладно, фиг с ним. Ребята, раз этот отряд пока у нас играбельный, четвертый, да, именно против этих юнитов, мы, наверное, будем с вами его пока здесь и тормошить. Ну что же, поджидаем. Я буду сейчас, ребята, попробуем... Деда хотелось бы, конечно, вызвать, но вряд ли, конечно, мы успеем. А помните, да, имбу, когда он делает, выпускает пришельца, и следом за пришельцем он выпускает улитку. Это, конечно, имбово, ребят, там получается. Так, распишем или нет, как думаете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, слизень морпех, ребята, вышел. Нам, знаете что, нам нужно срочно тигра вызвать. Тигра срочно вызвать. Только, нет, ну только не тигра, блин. И он именно тигра, ребята, да. А что, почему не сработал-то? Нет, сработал, но не так, как надо. О, карточка на слизня морпеха нам выпала. О, сейчас будет массовые атаки, ребят. Так, давай. Отлично, хорошо, фиг с ним. Пускай будет так. Пускай будет так. Сейчас мы этого слизня с вами заколбасим, надеюсь. Ага, заколбасим, ребят. Он в стан сразу же, конечно же, как же без этого. Так, корешки эти выпускаем. Так, смотри, что происходит. Слизень морп... Во! Вот! Вот этого нам как раз с вами не хватало. И сейчас он похитит мне тигра. Он... Ты посмотри, а. Ну как это так у него получается, а? Ну как? Скажи мне вот на милость. Давай, тигр, выходи. Так, и рыцаря надо сразу же, наверное, вызвать. По идее, лучше деда. Давай, наверное, успеем, как думаешь? Наверное, нифига мы тут не успеем. Да и от деда здесь, на самом деле, толку будет маловато, мне кажется. Но... Он делает, конечно, удар. Он делает удар, он делает другой удар. А, его застанили. И база, ну какая же ты вялая, господи. Но, тем не менее, с ударом мы, ребята, расчекрыжили тех чувачков. Смотри. Эх, дедулечка, дедулечка, жаль. Было жаль, но приятно было с тобой поработать. К сожалению, надолго тебя не хватило. Так, тигр. Сколько, ребята? 25 секунд. Ну, это нереально. Это нереально успеть пройти за такой короткий промежуток времени. За 17 секунд. Фейл, да? Фейл же. Естественно, похищает тигра. Кого же еще можно похитить? Конечно же, тигра. Больше же некого, елки-палки. Ни мечника, никого. Только тигра надо похищать. Ай, господи. Ладно, ребята, понятно. Короче, команда пока не тянет здесь. И на самом деле нужно что-то нам
с ней делать, с этой командой. Либо кого-то другого ставить, либо как-то изменять ее, либо усиливать. Другого варианта я не вижу. Ну, смотрите, буквально не хватило нам 4 или 5 секунд, да, чтобы уложиться во времени. Господи, мне просто не хотелось бы тратить энергию у нормальных отрядов, которые у нас играбельные. Хорошо, ладно, давай здесь сделаем. Здесь у нас тоже хватает ресурсов. Тут у нас саженец, тут у нас голем, грифа. В общем, вот эта команда тоже, ребята, на втором, наверное, месте. Нет, на первом месте у нас с ведьмой, потом друидка, потом вот эта, и потом четвертый отряд идет. Вот так вот можем это расписать. Так, давай, погоди-ка, сейчас же Приша прилетит. Пришелец же у них там летающий сейчас появится. Тогда мы сделаем вот так еще с вами, ребят. Мы вызываем баллисту. Похищает, естественно, нашего Нака, гаденыш. Так, минусанули. Так, минус, минус, ребята, жаба с молотом. И сейчас вызывать будем с вами жнеца. Он меня достал уже здесь в корень, если честно. Так, смотрим, ребят, как тут происходит у нас все это дело. Пока ничего, ребят, хорошего нету. Так, ладно, этого застанили, ну. Давай, уничтожай, оп. Шикарно. Ну что, где там эти пришельцы? Вот вам, зомби, готовы, маленькие. Бери и пользуйся. Так ведь нет же, не вылетает, охламон. Вот, смотри, вот слизень, да, какой хитрожопый, ребят. У него постоянно срабатывает именно вот это вот. Застанить. И меня это напрягает. Он станет в ненужный момент. Ну, вот и все. Песенка была спета. Да, ну, конечно, ребята, не без фейла все это у нас обошлось. Так, здесь у нас что? Оу, улитка. Ребята, улитка здесь уже появляется. Кстати, неужели это будет та же самая камбак? Она будет вызывать пришельца вместе с улиткой вкупе. Сейчас мы это дело проверим с вами. Если так будет, блин, я не знаю, будет очень сложно. Кто у него сейчас пойдет первым? Улитка. Отлично, хорошо. Зомби выдержит, ребята, этот натиск. Не зомби, а голем. Голем, конечно же, голем. Не стоит путать персонажей. Так, и ти-ти-ри-ти-ри-ти-ри. Без баллисты нам никуда. Без баллисты нам никуда. Ага, сейчас, по-моему, будет нам тут, ребят, баллиста. Так, не надо похищать. Вот так вот. А то уже там навострил, я смотрю, свои ручонки на моего юнита. Так, будет взрыв. Баллисту за... Нет, баллисту не задело, отлично. Ну что, пока все идет хорошо, как надо. Можно, в принципе, попробовать даже, ребята... Нет, давайте жнеца, уже на жнеца накопим. Будем вызывать вот эту орду нашу. Почему не срабатывает стан? Тихо, ребята. Взял и против меня отправил джиггернаута. Господи, а мы вот так вот, хоп. Улитка проказница. Накося. Армия зомбарей, ребята, пошла. Вау. Так, тихо. Иди отсюда, воблер. Начинает он мне тут шушукаться. Ну что, я могу сказать, наверное, ребята, все, тут победа будет за нами сейчас. Хотя, опять же, не факт. Так, очень мало здоровья у нас, ребята. Вообще его уже нету в живых. У нашего жнеца. А, честно говоря, я даже и не понял, кто его проколбасил. Не успел, ребят, посмотреть за этим процессом, потому что я тут на юнитах, честно говоря, был сосредоточен. Причем довольно-таки сильно. Наверное, скорее всего, воблер. Скорее всего, этот ханорик, ребята, со своими батарангами. Ну, ладно, нормуль. Ну, будем базу-то расписывать. Так, подожди, джаггернаут. Он что, успел перевоплотить джаггернаута против нас? Так, что ли, получается? Я пока другого не вижу вывода. Так, ну что, ребята, с вами заключительный этап. Блин, да чтоб тебя. Ай, я не знаю. Это тоже, ребят, такой юнит. Юнит, босс, елки-палки. Ладно, попробуем. Попробуем за счет жнеца здесь выкрутиться. Но массовая атака и отталкивание лорда пустоты здесь как-то для нас очень плохо сказывается, если подумать. Но будем пытаться. Че, неужели дадут мне 500 маны сразу вот так вот с лету? Ну, вообще-то да. А, вот она, ребята, это комба. Вот она, это комба. Пришелец. Это, смотрите, мы сейчас с вами вызываем, и будет взрыв. Да-да-да, именно про это все, ребят, фаст. Именно вот такую комбу он и делает. Пройдоха. Он в последнее время вот так вот и повадился. Да ты как ты бомбишь-то так без остановок-то, господи, а?
Давай, ребят, просто посмотрим, что у нас вообще из этого может получиться. Ну, лорд пустоты там дует. Вот, видите, да, его, ну, вот эту вот фигню. Ядрить тебе на корень. Попробуй, называется, его пробей. А, не выходит что-то у нас как-то с вами. Он отталкивает, отталкивает. Видите, да, какой кипишняк, заморозка. Вот это единственное, что, что нас спасло, ребята. Заморозка. Карточку отдай, не успел, ребята, на пришельца карточку захватить. 27 секунд. На все про все. Как быть? Не знаю. Фейл, да? И фейл еще будет у нас и по времени. Или успеем? Нет, не успели, ребят. Фейл по времени. Чуть-чуть буквально не хватило нам. Блин, да что ж такое-то? Как быть? Как же нам с вами тут сыграть-то? Неужели брать отрядку с друидом? Отрядку с друидом, вообще уже говорю. Друидку с отрядом. Вот так вот. Давай попробуем. Давай попробуем. Лорд этот пустоты, будь он неладен. Так, ну не стоит забывать, ребята, опять сейчас будет у нас 25. Поэтому мы сразу отвлекаем с вами пришельца, который полетит сейчас. Ну, а следом, естественно, будем выпускать мало... О, этого, щитобота. Вот так вот. Вот только вот так вот, ребята, можно было сыграть. Отлично. Мы его обхитрили. Так, ну здесь, конечно же, молотильщик мой погибнет. Мне главное, ребят, призвать друидку успеть. Так, слизень морпех опять этот, который любитель... Эй, погоди, 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 улиточка, успокойся. Отлично, вроде бы успели справиться, ребят. Паладин, пока там размахнется, пока там ударит, елки-палки, 3 года пройдет. Ну что, все, наверное, ребята... Да, конечно, недолго он заставлял себя, ребята, ждать, недолго. Кого? Паладина, конечно же, похищает. Конечно же, ребят, паладина. Господи, кого еще можно похитить? Ладно, пытаться будем сейчас. Ребят, ураганчик. Полетели, полетели пташки отсюда. Молотильщик, молоти, 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 молоти. Давай, 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 давай. Давай, родной мой, давай вот так вот сделаем. Поможем как-то нашим. Расчекрыжили мы все-таки лорда пустоты. Ну а дальше, ребят, главное не оплошать. Успеть, как говорится, и по времени, и вообще. Смотри, у меня молотильщик на молотильщике, ребята, выходит. Фу! Неужели изи будет? Сомневаюсь, сомневаюсь, ребята, но я постараюсь. Я очень сильно должен, ребят, постараться. Так, что тут у нас такое? Давай, ребята, ульту применим. Все, и уже, в конце концов, должны бомбить базу. Ну, напряглись, родные мои. Ну, что, 33 секунды. Ну, давай, давай, давай. Расположились хорошенечко и... Ну, вот так-то, вот так вот. Вот будет знать, ребята, он свое место. Фух. И открываем сундук захватчиков, смотрим, что выпадает нам. Ну, жаба у нас прокачана полностью. Вот то, что пришелец, это нормуль еще. Так, и мы с вами переходим, ребят, на заключительный этап. Это у нас захватчики. Но я сомневаюсь, что у нас хватит энергии пройти. Но, тем не менее, будем стараться. Так, у нас везде по одной энергии, что ли, получается? Раз, два, три. И здесь сколько у нас? И тут одна энергия. Так, тут у нас грифа. Это не радует меня нисколечко. Кстати, подождите, ребят, секундочку. У нас с вами есть золото. И я хочу прокачать себе базу. Хотя, может быть... Может быть, прав один из человечков, который... Так, погоди-ка, не понял. А кто у нас тут? Ё-пр-с-т! Ты прикинь, у нас тыквоголовый получает 5-ю звезду. Тыквоголовый, который появился позже всех, получает 5-ю звезду. Ребята, ну это двойная радость для меня. Это круто. Я всегда хотел новых персонажей прокачать на 5 звезд, потому что они мне нравятся. Что баллиста, что тыквоголовый, да. Все эти крутые ребята. Вот зомби, конечно, еще вот у нас что-то отстает. Ну и, конечно же, ведьмочка. Так, ну это уже плюс. Это классно, ребята. Это просто потрясно. Для меня это вообще что-то с чем-то. Тыквоголовый на 5 звезд. Обалдеть. Так, я немножко отвлекся. Что я хотел сделать? А, я хотел прокачать, ребята, вот эту вот базу. Может быть, говорю, один из подписчиков был прав, что бери, говорит, базу, по-моему, роботов, да, которая молниями бомбит. Там же у нас есть еще не только молниями, которая еще и градом бомбит. То есть,
Единственное, что непонятно, она может подбивать воздушные цели или нет. Если может, это будет круто тогда. Ну что, ребятушки, приступаем, да, наверное. Базу я немножко прокачал, какой там она уровень у нас, 69-й. Отлично, поехали. В бой. Так, ребята, у нас с вами подданные. Подданные. Так, тут энергия, кстати, есть. Тут две энергии. Вау, так может быть, ребята, мы с вами и потянем, и осилим. Грифон меня немножко смущает. Давай, наверное, вот... Давай начнем с этого отряда. Этот отряд беру для того, чтобы нам хотя бы разогнаться. Не дай боже, он сейчас выпустит первого грифона. Нет, он не сможет его выпустить, потому что он дорого стоит. 325, по-моему, если не ошибаюсь. У нас есть все, ребята, шансы. Давай начнем с чум... А, подожди, паладин же, он же... Господи, не так я сделал немножко. Немножко, ну, Ронин. Ай-яй-яй-яй, Ронин. Ну что ж ты меня, как всегда, подводишь. Так, сколько он? Ну, нормуль, ребята, он помутузил. Давай попробуем вот сейчас так сделать, провернуть. О, ульта. Ну что же. Ю, мимо, родной мой. Даже по базе не попал. Отлично. Ну что ж, тогда, наверное, мы созрели с вами. Хотя фиг там мы созрели. Давай, Ронин. Во, отлично, выбежал и на-ка. Ага, все. Так, а теперь я думаю, что да, мы с вами. Можно даже думаю, без ведьмы мы справимся. Смотрите, оп. Отлично, ну что же, разгон у нас удался. Правда, не такой уж сильный. Это нужно где-то на третьем этапе. Так, жрица. Жрица, это плохо. Жрица, это не есть, ребята, гуд. Но, тем не менее, если жрица с паладином, главное, что жрица, она не может, ребята, атаковать. Вот это, конечно, большой для нас плюсик. Она не может атаковать. И вот я сейчас думаю, может быть, нам начать с баллисты? Как вы думаете? Давай начнем с баллисты, пожалуй. Я знаю, что сейчас наверняка полетит грифон. Господи. Голем, ты успеешь прикрыть? С удара снесет, интересно, или нет? С удара. Вот этого, ребят, я боялся. Я вот этого боялся на самом деле. Мне надо только лишь... Вот, фаербол. Все. Фу, опять нам повезло. Мы не получили дамаг по базе. Так, секундочку. Я немножко в ступоре. Давай вот так вот начнем. Вызовем баллисту. Блин. Слушай, сейчас расчекрыжат. Ох, ребята, расчекрыжат они мне. Нам нужно уничтожить. Да хорош, второй паладин уже сразу же выходит. Эй. Это нечестно. Минус. Так, грифона мы с вами убрали. Теперь жрицы. Они друг друга хиляют там. Ладно, тогда давайте позовем на помощь грифона. Фаербол. Так, нормуль. Слушай, ну, должно что-то у нас тут получиться. Сикость-накость, конечно, все это выйдет, но тем не менее. Вторая баллиста нам в помощь. Голем выдержал, ребята, удар феникса. Ой-ой-ой, кстати, плохо, ребята, что у нас остаются баллисты. Но мы застанили, смотрите. Мы застанили с вами всех паладинов. И это классно. Это вот сейчас было классно сработано. О, а, ну это на паладина. Паладин у нас прокачан полностью, поэтому карточка это как бы не особо здесь сильно играет роль. Бумс. Ладно, фиг с ним. Ребята, 55 секунд у нас с вами времени на то, чтобы разбомбить ему базу. Давай-ка вот так попробуем. И фаербол я сейчас выпущу, если кто-то выйдет нам ненужный персонаж. А вот нам и ненужный вышел. Вот так вот, расчекрыжили мы его и базу подбили. Вот здесь, я считаю, очень было отлично сыграно. Вообще, найсово. Так, третий этапчик. Здесь у нас фехтовальщик. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Приплыли, да, наверное, или нет? Есть ли смысл брать вот этот отряд? Фехтовальщик. Все бы хорошо, ребят. Но здесь у нас ниндзя только лишь один юнит, который может подбить воздушные цели. А грифон, вы знаете, это далеко не вата. Мало того, что если мы его подобьем, он может нам в ответку выпустить своего феникса. Огненный удар. Тоже нехорошо. Так, ждем фехтовальщика. Конечно же, сейчас пойдет именно он, больше чем уверен. И я буду его встречать, естественно, джаггернаутом. Поехал, джаггер. С одной плюшки ты его накажешь? Нет, ребята, с двух, к сожалению. С двух плюшек он его наказывает, но тем не менее. Ёлки ты палки, еще один. Ну что же, мы, ребята, будем брать с вами тяжелую артиллерию. Это баллиста. Фаербол. Блин, надо было вместе, чтобы они соединились и бомбануть тогда уже после этого. Ну ладно, сейчас расчекрыжим, наверное, я. Да хорош ты, что, серьезно, что ли? Так, застанили. Вот это вот хороший плюс для нас, ребят. Так, карточка фехтовальщика нам пригодится. У меня ее нету. А, елки-палки, я сижу и туплю. Нам нужна энергия, господи, я... Давай две баллисты, ребят. Две баллисты — это сила. Так, тихо.
Грифон тут вышел. Так, подожди, ребят. Подожди. Оп. Воу. Ладно, пускай будет так. По крайней мере, никто у нас не погиб из баллист. Баллисты также на высоте, также стоят сзади, бомбят. И грифона вызываем с вами. Все-таки урон, вот баллисты наносят маленький урон по паладину. Вы это, наверное, заметили, да? Ну, такой жук хитрый. Давай, наверное, знаешь, что с тобой сделаем? Еще одну баллисту призовем. Три баллисты, это уже вообще просто имбово будет. Никаких прыгунов у него нету, поэтому они не пройдут через наших юнитов. Вот так мы еще сделаем в довесочек. И, скорее всего, расстреляем сейчас просто-напросто базу ему. Это будет выглядеть именно вот так. Хе-хей! Круть! Круть! Слушай, мне хотелось бы, конечно, бы пройти бы, ребят, сегодня вот этот вот... всю эту локацию. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Маг! Ребята, маг у нас тут появляется. И что же нам тут замутить этакого? А вы, кстати, заметили, что когда я играл вот этим отрядом, у тигра, сколько раз он погибал, ни разу не вылетала душа. Вам это подозрительно мне показалось? Мне почему-то показалось. Мне это не очень нравится. В чем проблема? Он прокачан у нас по полной программе. Почему он душу свою не выпустил ни разу, а? Охламон. Так, ладно, давайте, ребят, попробуем с вами 500 маны накопить. Так, выходит у нас паладин. Паладин. На 100 тысяч он один. Так, хорош. Еще и жрица, ребят. Давай еще феникса до кучи и мага сзади на прикрытие. И будет вообще имбово. Так, попробуем, ребята. Вот он, ребята. Ага, мы застанили, отлично. Так, попробуем, наверное, я не знаю, стоит ли нам применять... Да, хорош! Давай так вот сделаем. Слушай, дед не может пробить. Дед не может пробить, потому что... Оу! Ты посмотри, что там происходит, ребят. Есть, хорошо, отлично, здесь мы урыли. Деда нашего, конечно, подкоцали. Ай-я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 й, печалька, печалька, ребята. Нет, этот отряд, ну никак он не хочет у меня быть играбельным. Ну никак, вот что ни делай, не получается, ни шиша. Паладина не можем мы пробить, соответственно. Радиоактивный зомби у нас сейчас, бум, взорвался, как всегда, как вата. И фейл, ребят, фейл чистой воды здесь. Душа как, ну и все, и тут еще и урон по базе получили. Он выпустил, да поздно слишком, ребят. Слишком все это, конечно, поздно для нас. Да, конечно, грифа с радиоактивным зомби очень быстро справляется. Но нет, не выходит ни шишарики у меня, к сожалению, ребят. Как я не стараюсь, как я не пытаюсь, но фейл. Но фейл, что ж тогда нам сделать? Да, еще и этот выпустил. Ну, выбора нету, ребята, придется нам играть именно тем отрядом, который у нас еще остался. Так, мы можем еще немножко уровень поднять в нашей базе. Кстати, скоро мы получим 96 уровень, если вы успели заметить это дело. Поехали, поехали. Короче, ребята, у нас с вами вот здесь вот две энергии осталось. Я буду надеяться, что у нас получится, в принципе, с друидкой. Да чтобы не получилось, но это... Это я не знаю, как надо играть. Надо иметь кривые руки или как еще, чтобы проиграть. Или просто, чтобы удача от тебя отвернулась и встала к тебе задом. Да, скорее всего так. Ну что, ребят, попробуем сейчас с вами начать все это дело с друидки. Естественно, мы ее вызовем, она будет тут потихонечку расставлять тотемы. Соответственно, потихонечку будет отвлекать врагов. Ну, а мы уже будем, как говорится, из-под тишка тут всех подбамбливать. Так, у нас еще ульта. Конечно, не самая лучшая, я ничего не могу сказать, но тем не менее она хороша. Плюс у нас есть притягивание, что очень хорошо против магов, ребят. Вот, вы смотрите, видите, тотем, ребят, работает. Тотем работает на дамаг. Ну, его, конечно, быстро разобрали. Так, грифон, иди отсюда. Вместе со своим магом. Е! Смотри, как получается у нас все изумительно. Так, а кто, интересно, здесь будет? Наверное, скорее всего, будет здесь король, босс. Мне почему-то так кажется. Ладно, посмотрим, поживем, увидим. Давайте вызовем еще баллисту. Маг там шурудит. Елки-палки, ребят, я вижу, что там маг шурудит. У него очень... О, карточка на жрицу. Да ты посмотри, сколько нам выпадало вкусняшек за одну секунду, ребят. Расчекрыжим базу. Видели, да? И ускорение, и этот ураганчик там прилетел. Замечательно. Ну что же, вся... Нет, ребят, не король, епископ. Ну что, вся надежда у нас на наш отряд. Имбовый, да? Второй после ведьмы. И здесь у нас епископ будет босс.
Ну, еще раз говорю, епископ, ну это вообще ни о чем. Ни о чем, ребят, к нему главное подойти. И все, ему ханарики. Мы его расчекрыжим буквально моментально. Так, что мы здесь делаем? Давай вызовем, наверное, паладина. И все это дело вот так вот подзаправим. Да? Опс. Спасибо за карточку, вы очень любезны. Так, а здесь опять, ребят, фехтовальщик идет. Ну-ка. Ну, молотильщик неплохо, ребят, нанес урон ему. Ничего тут не сказать. Ага, ага. Так, я понял, ребят, я понял. Я понял, что нам нужно вызывать друидку как можно быстрее. После этого дела мы будем вызывать кого? Кого нам вызывать-то, елки-палки? Давай вот так, наверное, мы сделаем. Притянем. Так, главное наказать сейчас грифона. Грифона, говорю, наказать. Наказали, отличненько. Так, и теперь начинаем вызывать паладинов. В общем, всех наших тяжелых юнитов, пехотинцев. Молотильщик, конечно, это не тяжелый юнит, но тем не менее, ребят. Так, смотри, что происходит, ребята. Сзади стоит маг, он бомбит. Он бомбит своей массовой атакой. Там что, уже епископ вышел, да, ребят? Уже вышел епископ. Давай-ка их сюда всех подтянем. Заморозка! Ха-ха-ха-ха! Жалко, на паладина не сработала. Ну, епископ хотя бы немножко там притормозился в своих выводах. Так, ребят, немножко игра начинает подлагивать. Черт подери, опять грифон вышел. Ну, пошли, родные мои. Так, давай этого... там что, застанили, я не пойму, что происходит. Молотильщик молодец, выпустил пилу. Так, карточка на грифона, редкая, ребята, штука. Чтобы карточка на грифона, 40 секунд у нас про все. Ха, смотри, епископ, епископ даже ничего не мог. Он, ребята, просто стоит, когда нет никаких юнитов, он даже не бомбит. Он просто хиллер. Хиллер и накладывает щиты. А у нас, тем не менее, ребята, 28 секунд для того, чтобы разбомбить базу. Слушай, я думаю, у нас это получится. Смотри, что происходит, смотри, что происходит. И карточка. Каждый раз выпадает там карточка на этот замок. Фух. Найс. Согласитесь, было найс. Ну что, дорогие мои друзья, мы с вами получаем... Так, один скарчик на короля и гномик этот маленький. Эльф. И да, ребята, собираем сливки. 14 скарчик на деда, на базу 14 скарчик и на воблера. И, ребята, мы с вами летим на 87-й портал. 87-й. Мы с вами так стартуем нехило. А энергии? Что с энергией? А, ребята, энергии у нас, к сожалению, и нету. Или же есть. Вот, здесь есть одна. Давайте мы быстренько ее отыграем. Надеюсь, мы с вами справимся. Хотя здесь Джаггернаут и Репульсор меня немножко берут сомнения, что мы здесь справимся. Если только... Нет, вряд ли. Вряд ли, ребят. Хотя, может быть, Тигр нам здесь может помочь. Посмотрим сейчас, как пойдет дело. Угу, Джаггер вышел. А давай посмотрим, как против него Тигр работает. Как-то не айс, ребят. Как-то не айс, вообще, ребят, не айс. Давай выпускаем. Во, застанили. Взрыв. Бумс. Нормуль. Отлично, все получилось, все хорошо. Давай-ка мы его в корни, чтобы он там сильно так не выеживался. Но, по крайней мере, ребята, по крайней мере, уже есть какой-то видимый урончик. Видимый, я его вижу на самом деле. Так, ну это слабо. Оу, ты посмотри, как он сейчас хитро сделал. Ребята, он оттолкнул моего зомби и тут взорвался. Так, есть заморозка. Есть у нас заморозка. Мы немножко подзаморозили обоих. Так, оглушили Джаггернаута. Тигр, наверное, добьет. Он должен это дело сделать. Я в нем не сомневаюсь нисколечко. А? Красиво? Я думаю, что красиво, ребят. Вот отряд этот наш, четвертый, он может только на начальных стадиях играть. И то против определенных юнитов. Будь кто-то здесь посильнее, тот же самый разбойник или Ронин, конечно же, это вата. Хотя против Ронина радиоактивный зомби очень даже хорошо бы сыграл, на самом деле. Так, ну что, дорогие мои друзья, по-моему, все. По-моему, все. Да, сегодня мы с вами честно и правдой отыграли. И остается лишь только попрощаться и, конечно же, пожелать вам удачи. Ну, а мы увидимся с вами уже в следующих новых видосиках. Всем пока и до скорого.